Стреляют пушки, пулеметы, ракеты с минами летают, а в небе храбрые пилоты друг друга мастерски сбивают. Ревут снаряды, рвутся мины, лежат повсюду трупа в горы. И танки с колоссальным скрипом сметают мирные заборы. А генерал зажавший ластенился на двойной кордон. Вот это понимаю праздник, то что, блять, 8 марта, 23 февраля. Каския сарена поедет. Ух ты! Прикольно колесо. Так, рвали на своем шарабане. Обрезайся теперь. О, куда поехал? Ну там протерик трещит, ого-го. Ага. Да, не очковать. Да, в этом месте патруль красавец, да? Смотри, как едет. Да не, нам сюда не надо. А, он пытается флажки не задеть. Пятерка. Давай, видео найдешь. Ну, развернешься там вниз. Вот где сейчас патруль ехал. Олег пробует. Отчаянный Олег. Наверх. Ой-ой-ой. Да не, мы не поднимемся туда. Не знаю. Сейчас Олег поднимется. Думаешь? Сейчас вот вырвется. Да какой не заедет еще? Олег молодец.
отчаянный. Придется ехать, да? Ну, поехали. Олег, красавчик. Валик, давай. Да, да, подожди. Давай быстрее, руки замерзли. О, вообще легко. Давай, Валя, едь. Автомобиль как называется? Chevrolet Blazer. Все, вперед. Три валян вообще по-легкому. Саня, что-то у тебя тачка не айс, бля. Евген, ты поедешь? На видос смотришь, скажешь, горочки маленькие. А так смотришь, ого-го. Ой. Нет, туда-то он еще малорик заехал. Так, теперь Kia Sorento. Вперед. Шашлыка уже жахнул. Тоже заехать. Я открыл, что ты орешь? Блин, что-то легко. Thank you.
Конечно, раскатали уже тут. Красавчик. Я еще тот очканавт. Да. Давай, кирпичей подкинешь под колеса и проедешь. Ну, он у нас так-то застрял. Вот он сейчас покажет класс. Я смотрю, он с тормозом дружит. Тормозит. Тут тормозить нельзя. Теперь Nissan X-Trail, Стас подъехал. Вообще легко, слушай. Улетел. Да. А куда дальше-то? Ну прямо. Вот поворачивай, так круг есть. И на стадии туда? Да, да. Ну тут сам смотри, где хочешь. Ну что-то эта горка-то не стрёмная вообще ни разу. Ну, кстати, там поездим. Ну когда поедем еще, конечно. Да. Ну, там мы еще в огород два раза прокатились, да. И на шашлык пошли жарить. Когда я сейчас подъеду туда, вон, иди покажу, где мы проехали, стой. Ча, подожди, Стас, Нива уедет отсюда. Тренируется на соревнования. Все есть. Да заедешь. Все заехали, ты не заедешь. Я могу. А? Да, да. Все носятся. Подожди! Давай! Не тормози, ты едь потихонечку, не тормози! Зачем тормозишь-то? Thank you.
все, да. Сейчас толкнули. Пряменько давай, аккуратненько, просто не газуй сильно. Все, падаю. Зад, катись нормально, не тормози. Да, 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 да. Вот. Все. Вот так прямо. Теперь давай с разгончика, не тормози. Я туда. Меня сносит. Меня ты не тормози, бери правее. Меня снесет сейчас. Снесет, вытащит. Я лучше задом назад выйду. Это не наш метод. Это не наш метод. Вперед, едь, едь вперед. А? А у него летняя резина, что ли, чего? Давай, 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 давай. Говорю, что заедешь, а он это... Во, давай. И... Самое интересное приехало. Саня, двумя руками толкай. Валян, что она вообще по легкому ездит? А там вешечки-то нету. Ты да как заскочила. Была бы вешечка, я думаю, побуксовал бы. Сейчас будем выезжать отсюда. Номер. А на камере такая горка маленькая. Давай. Смотри, вообще горка ни о чем. Смотри, вообще ни о чем. Ну у тебя, блин, экран большой. Пытаемся преодолеть горку. Kia Sorento не смог подняться с разгона. Сейчас Blazer. Плохо, конечно, на телефоне все горки такие маленькие кажутся. Давай. Здорово снижать как? И подальше, подальше, и ходу. Перекусил задницу лом. Я не поеду. Были бы шипы, влетел бы. От шипов там гололед. Да ты подальше разгон то возьми. Шоп, полфу это все. Олег, побольше разгон бери, побольше туда-назад. Давай, тебе машина не нужна, Олег, давай.
Не, назад стрёмно слетает, да? Очень. К этому я вот не готов. Он на шипах, может, и зайдет. И так натяжечку и побольше потом. Ну что ты это? Подожди, он это, насчет раз, два, три. О, побольше разгончик. Я не знал, что Олег такой отчаянный. Газу, газу! Летит Даша, смотри. Блин, надо и тебе так. Не-не-не. Супер тест-драйв Kia Mahav. А, Жень, что там обрыв, чтоб не улетел. Костя, уйди, Костя. Ну, не получилось. Как тебе понравилось сзади? Надо реабилитироваться хотя бы на этой горке. Вот, патрульчик там. Сейчас Евген, Kia Sorento. Вот так компания Red Power празднует 23 февраля. Заедет, как думаешь, Сань? На скорости не пролететь. Угу. Смотри, побольше взял. А там уже, вон карьерный. Угу. Сам купаться. Щукари там, Сань. Это этого академика смотрел, как они там УАЗик отопили. Здесь что ли? Да. УАЗик такой. Да не здесь. Вот здесь такой шнуркель еще пластиковый. Нифига себе. Блять, куда он там улетел? Блять, Олег улетел. Не надо, там Олег улетел куда-то. Олег вот чуть березы не сломал. А все в танке. Молодец, хорошо рулит. В горку влетал такой черный дух. Ага. Валян! Он там подпрыгнул, да, опускает газ. Ну, блин, мне надо заехать 100% здесь. Валян, ты куда едешь? Разгонится и все. Валян, еще один. Ты улыбался, добил бы березу. А, дайте я попробую. Ай, блин. Нет. Да не, нафиг, я уже поеду, наверное, уже дети с женой ноют. Да.
Тормоз бросай! Нормально. Первым делом здесь по полу откуда меня стрелял. Ага. А ну, ESP выключил. Я вроде как рабы где-то цепанул. Ну да, вот здесь вот на подскоке. А я не спанул ничем? Да все, по-моему, цепанули. Я ничем не цепанул. Ты сейчас поедешь, посмотрим? Не, я не поеду. Я все эти, блин, и бамперы, и это все, вон там еще. Вон у меня, смотри, подножки, все нормально. Вначале здесь попробуй. Смотри, смотри, аккуратно. О, давай газу!